отношении подозреваемого Шарлопаева меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного руководства статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановила избрать подозреваемого Шарлопаеву Бесимбаю Насыровичу меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 17 октября 2016 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.